Ужасную трагедию предотвратили сегодня полицейские Талдыкургана. Они уберегли малыша от участи быть заживо сожженным собственным отцом. Вы не ослышались. 41-летний мужчина взял в заложники 5-летнего сына. Он облил его горючим и грозил поджечь, если полицейские попробуют войти в квартиру. Переговоры с нарушителем порядка положительному результату не привели. В связи с чем около 13 часов 15 минут спецподразделением полиции было принято решение о штурме. В результате оперативных действий полицейские освободили ребенка, он не получил никаких телесных повреждений. Подозреваемый доставлен в городскую полицию, и в настоящее время проводится разбирательство этого инцидента.